Привет, девчонки! Сегодня готовим вот такие чудные кексики с изюмом. Их можно приготовить и с орешками, и без изюма, просто. И с каким-то наполнителем, например, курага, кокосовую стружку. Все, что захотите. Также можно и украсить на любой вкус. Но у меня сегодня такие простые кексы с изюмом. Ну что ж, для кексов с изюмом нам необходим изюм, 150 грамм муки, пакетик ванилина, 2 столовые ложки сметаны, вместо разрыхлителя мы возьмем пол чайной ложки соды и по 1/4 лимонной кислоты и соли, 100 грамм сахара, 80 миллилитров растительного масла и 2 яйца. Рецепт очень быстрый и легкий, потому что всего-то и навсего нам нужно все смешать. Изюм я предварительно замочила в кипятке, дала настояться минут 5-7, и вот он такой остывший нас уже здесь дожидается. Так что сейчас все смешаем, разольем по формочкам и в духовку. Для начала яйца забьем немножко венчиком. Песком 2 яйца и пол стакана сахара. Можете использовать пудру, но так как здесь нам пышность не нужна, такая как в кремах, то мы просто добиваемся однородности. Затем смешаем все наши жидкие ингредиенты. Ну, это, во-первых, сметана. Достаточно 2 столовых ложечек и масло растительное. И опять все взобьем венчиком. Ну а тем временем будем в нашу муку добавлять разрыхлитель. Следующим образом. Пол чайной ложки соды. Одну треть лимонной кислоты и столько же соли. Все. Потом вот с этими добавками мы просеем ее в наше жидкое, в нашу жидкую основу. Вводим по чуть-чуть и смешиваем в однородную массу. Частями вводим. Будет жидкая структура. Потом она поднимется в наших формочках. Поэтому мы наши формочки будем заливать на 1/3. Ну или хотя бы наполовину, чтобы было место для поднятия кексов. В кексы можно добавить и дольки шоколада, и орехи, и кокосовую стружку. То есть все, что вы пожелаете, можно просто испечь без изюма только одно тесто. Это тоже удачный рецепт данных кексов. Ну что ж, последняя порция. Размешиваем и разливаем по формочкам. Выпекаются они очень быстро, так как тесто распределено очень мелкими дозами в формочке. А если вы еще включите функцию вентилятора, то гораздо быстрее. Ну что ж, вот такие вот однородные массы. Тут уже сейчас лопаточкой все это сделаем. Вот. Так что пока наша духовка разогревается на 160 градусов, мы приготовим формочки и сейчас уже разольем.
буквально вот такой быстрый завтрак можно приготовить, потому что ингредиенты все обычные, легко доступные. Я бы не сказала, что по цене очень дорогие. Так что вот такой густоты у нас получилось тесто. Сейчас мы еще добавим сюда ванилин. Ванилинчик для запаха. Ну и изюм. И все тоже размешаем. Очень ароматные. И такие уже аппетитные сейчас, потому что запах ванили, он уже вызывает аппетит. Но сейчас, минут через 15, у нас все будет готово. Ну что ж, сейчас разольем по формочкам и в духовку. Ну, где-то 15 минут. Там уже посмотрите, по как они поднялись, как подрумянились. И уже будем вытаскивать. Ну что ж, основа готова. Ну, вот что у меня получилось. 16 порций. Здесь примерно 1 столовая ложка. Видите, я наполнила их наполовину. Ну, а сейчас вот эту всю красоту мы поместим в духовку 160 градусов 15-20 минут до золотистого цвета. Ну что ж, у меня прошло 20 минут, и вот такие кексики получились. Сейчас мы посмотрим, что там внутри, как они пропеклись. Пропеклись все. Вот смотрите, равномерно. Любой берешь. Вы помните, что я набирала 1 столовую ложку формочку. Вот смотрите, они поднялись, не потрыскались сверху. Замечательные такие красавцы получились. И на вкус запах ванили. Смотрите, богатый изюмом. Так что удивляйте своих близких, детишек. Радуйтесь сами. Ну и приятного аппетита. До новых встреч.